Добрый день! Сегодня я вам расскажу о бензиновой мотопомпе Zubr ZBMP 600. Мотопомпа предназначена для откачки и перекачки чистой и грязной воды из подвалов, водоемов, котлованов и прочих емкостей, а также может использоваться в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды. Мотопомпа оснащена бензиновым четырехтактным двигателем мощностью 5,5 лошадиных силы с воздушным охлаждением. Производительность мотопомпы составляет 600 литров в минуту. Максимальная глубина забора воды составляет 8 метров, а максимальная высота подачи – 26 метров. Размер перекачиваемых частиц – не более 10 мм. В комплектацию входят две резиновые шайбы, два хомута, два металлических штуцера, фильтр, пластиковый штуцер, ключ свечной, отвертка, комплект резиновых опор. Экологичный экономичный двигатель работает тихо и обладает увеличенным ресурсом. Регулируемая производительность позволяет использовать мотопомпу в различных целях. Центробежный регулятор поддерживает постоянную частоту вращения и обеспечивает заданную производительность. Емкость топливного бака составляет 3,6 литра. Для заправки рекомендуется бензин АИ-92. Раздельные системы подачи топлива и масла избавляют от необходимости готовить рабочую смесь. Для удобства с обеих сторон мотопомпы размещены маслоприемники с пробками-щупами. Рекомендуемое масло ZMD-4T. Чугунная крыльчатка и металлические фланцы значительно повышают срок службы. Крепкая металлическая рама обеспечивает надежность конструкции. Независимость от электроснабжения, универсальность применения, небольшие габариты, высокая мощность, экономичность и легкость в обслуживании – все это отличительные достоинства бензиновой мотопомпы Zubr ZBMP 600.